перчатки, защитный экран, маска. Обязательное вооружение любого работника банка в современных реалиях. Все меры направлены на борьбу с распространением вирусов, чтобы поход в отделение был безопасным как для клиентов, так и для работников. Открытые места наши защищены защитными стеклами, значит, которые являются ограждением. На каждом рабочем месте имеется антисептик, то есть который периодически используют сами работники, включая и для обработки рук, для обработки поверхностей. Полы, рабочие места и все, до чего прикасаются люди, несколько раз на день обрабатывают дезсредствами. Все строго по графику. Кругом стоят антисептики, висят таблички с напоминанием о социальной дистанции. Кто-то с пониманием относится к данной ситуации сложившейся, а кто-то реагирует все-таки не очень адекватно, соответственно. И все равно вы сами видите, что приходят на обслуживание без масок. Поэтому... Хорошо, если человек пришел без маски, его обслужат банки? А вы знаете, что мы говорим клиенту, мы разъясняем ему, проводим беседу, что ношение масок обязательно. Мы вплоть до того, что мы даем свои маски клиенту для обслуживания. Медики не устают напоминать. Использовать средства защиты нужно во всех общественных местах, будь то банк, автобус, поликлиника или магазин. Впрочем, сами горожане не пренебрегают безопасностью. Ходим в масках обязательно все время, принимаем, травки разные пьем там. Постоянно в маске, соблюдает дистанцию. Стараемся носить маски в общественных местах, естественно, при приготовлении напитков тоже одеваем маски, перчатки, рассказываем посетителям, чтобы они соблюдали дистанцию. Как боретесь с коронавирусом? Как? Во-первых, обработка рук однозначно, это маска, витамины. И поменьше в общественных местах. Нужно обрабатывать руки антисептиком. Всегда вот после ручку взяли в подъезде, обработали. Ручку взяли в магазине, за ручку в смысле имею в виду, обработали. Ни с кем не здороваться за руку, маску носить. Максим Кимбель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.